Всем привет! Сегодня я хочу показать наших питомцев. Вот у нас вот такие крысята. Оль, сколько им уже? Ой, вот она. Это может месяцев 8. Девочка вот маленькая. Вместо 4, может 6. Вот такая вот. И еще один внутри там в домике сидит. Рыжий. Рыженький такой. Вот, открыли клеточку, чтобы они гуляли. Они выходят, гуляют. Так, еще я хочу показать еще одного питомца нашего нового. Ой, а вот с моей лампой ее не видно. У нас ягуана. 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 Да, ягуана. Ой, я не знаю, как показать. Его не видно. Хвост, а лампа выключи. Хвост только видно. А там темно, тогда вообще не видно. Вот хвост только видно. Может быть, как-то туда залезть. Вот, а мы сидим. Вот. Это террариум, да, называется? Да. Сделали вот мы сами. Вернее, дети мои. Мы сами сделали вот такой террариум. Поставили эту водичку, он кушает яблочко, морковочку. Я не видела, как он ест. Вот, вот такая дверца. Ой-ой, я не знала, что она тут. Такая дверца. Такая, нет, я хотела дверцу показать, такая красивая дверца. Вот, сами все это вырезали, сами все сделали. Вот рыженький. А вот он, рыженький. Вот рыженький. Вот. Вот так вот. Они отзываются, когда их зайдешь. На прогулочку. Вот. Ну, вот такой вот террариум. Вот там у нас лампа стоит. Правда, уже немножко заляпали стекло. Ну, что, это всегда можно вытереть. Вот, поставили коробочку. Как домик. Он иногда туда заходит и там спит. В темноте. Любит темноту тоже. Вот. А так он вообще плохо видно. И там вот он сидит. Прицепился. Один хвост спрятался. Вот. Вот так вот наши крысятки. Вот он так хорошо сейчас воду пил. Это так интересненько. И я пока за камерой сбегала, он уже все. Так интересно пил водичку. Я хочу похвалиться своим подарком, который мне дочь с зятем подарили на Новый год. Вот такая коробочка. Это блендер. Это вот паспорт, да, по-моему? Это паспорт. Так, потом, значит, здесь вот чаша. Вот такая вот. Миксер. А, измельчитель. Это измельчитель. А, измельчитель? Да. Измельчитель. Так, а это вот, это для взбивания, наверное, да? Угу. В общем, вот такая штучка. Это вот мы в тот раз разбирали. Вот оно как-то вставляется. Вот, вот так вставляется. И туда уже насадки. Да, сюда идет вот насадка. Вот. В общем. Вот. Потом это вот как погружной блендер. Да, погружной блендер. А вот это вот, вот это пюре. На вентилятор похоже. Это, наверное, для пюре. Вот у нас в старом не было вот этого, да? Угу. У нас вот это все было. И вот эта вот чаша, измельчитель, была, по-моему, чуть меньше. Нет, а такая же. Мне кажется, это шире. Вот. И, в общем, вот такая вот штучка для пюре, оказывается. И крышечка вот на этот стаканчик. Вот. Ой, здесь щу. Почему-то два. Надо посмотреть. А,
Это как его? Погружной блендер. Погружной блендер, а это все остальное. Взбивалка, вот это для катушки и это. А, и вот и эти крышечки. А вот у меня в том блендере в старом крышечек не было, да? Не было вот этой штучки для картошки и не было крышечек. Вот это снимается и крышечка закрывается. Удобно, а покажи. Очень. А? Покажи. Снять? Да. Я же не знаю, мы только тут раз распаковали, посмотри, я не знаю, как он снимается. Он прокручивается, он туда крути. Вот туда крути. Мама безрукая. Ну вот, вот, вот так крути. У меня руки жирные просто. Крути, крути. Нет, не получается. Вот, видишь, тут эти задвижки, вот они вот должны их туда. Ну, может, оно прилипло. Ну ладно, не будем открывать, не получается у нас открыть. В общем, это крышечка вот отсюда. Ну, такой вот у меня подарок. Так, в общем, вот мы открыли, разобрались. Оказывается, надо крутить чашу, а не крышку. Вот очень просто. Вот, в общем, вот мы открыли. И вот так крышечка закрывается. Очень удобно. Так, еще я хочу, значит, похвалиться. Ну, не похвалиться, показать. Ну, и похвалиться, наверное, вот моей дочь, муж подарил вот такого большого медведя. Я сначала хотела без нее его снять. Ну, он такой здоровенный, и она такая счастливая, так она хотела такого медведя, и ей так преподнесли подарок на Новый год. Она зашла в комнату, а в комнате вот он сидел, и она прям аж расплакалась от счастья. Вот такой вот у нее Миша, большой-большой. Он сколько? Он 1,5 метра, наверное. Ой, наверное, больше, 1,2 метра, наверное. Нет. Ну, я 1,70 метра. Ну и вот он такой чуть же. Выше. Ну, и ноги, если. 1,60 метра, 1,5 метра где-то. Да, вот такой вот большой. Огромный. Да, вот. И она такая счастливая, всегда вот так его обнимает. Вот такой вот большой Миша у нас, потому что я сначала хотела отдельно его снять, но он как, если его отдельно снимать, он не, как будто он маленький сидит, а когда вот его вот так держишь в руках, он вот такой вот здоровенный. Вот, такие вот у нас подарки. А моя дочь своему мужу подарила вот игуану, да? Правильно я говорю? Да. Вот такую игуану. Он хотел, да, ее? Да. Вот он ее хотел, и она ему вот сделала такой подарок. Вот они, в общем, друг другу на Новый год сделали вот такие вот хорошие подарки. Вот.